Смотрите прямо сейчас. Отставка. Что дальше? Арсений Яценюк написал заявление. Как теперь проголосует Рада? И когда ждать нового премьера? Декларации с одними нулями. Сколько зарабатывают те, кто претендует на министерские посты? Больше 10 тысяч гривен. На такую сумму можно нормально прожить. VIP-декларации. Мы посчитали зарплаты чиновников. Кто-то ворочает миллионами, а кто-то сидит на шее у жены. Как прячут свои доходы министры и депутаты? Почему многие политики до сих пор не показали свои декларации? Миллионеров больше, чем тех, что живут на одну зарплату. Ямы, кочки, выбоины. Вся Украина ямы. Станет ли новое правительство ремонтировать дороги? И какие? 14 миллиардов гривен. Рекордная за последние 10 лет сумма. На сколько километров хватит этих денег? Не заплатил — отдай квартиру. Как у должников выбивают долги? Запрет человеку выезда за границу. И законно ли суды отбирают квартиры за коммуналку? Все, чем жила страна. Откровенно, в прямом эфире, прямо сейчас. Вечер добрый. Это «Подробности недели». Я Дмитрий Анопченко. Точка поставлена. Несколько часов назад Арсений Яценюк заявил о своей отставке. Традиционная 10-минутка главы правительства, теперь уже явно последняя, превратилась в 6 минут. Украинский вариант знаменитого ельцинского «Я устал, я ухожу» выглядел официальнее и, ну, скажем так, пафоснее. Стоя вроде бы и на фоне Майдана, но, увы, в студии, а картинку просто на компьютере подложили, премьер рвал фразы, делая ударение на каждом слове. Понятно, что ни слова самокритики. Говорил, сделал все для стабильности, и вот еще цитата, сделал почти невозможно, это я не шучу, я цитирую. Заявил, что желание сместить одного человека, имея в виду себя, конечно, ослепило политиков, ну а значит, слагает полномочия. Я принял решение скласти повноваження прем'єр-міністра України. У вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради. Парламентська фракція блоку Петра Порошенка висунула на посаду глави уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України. О том, что будет делать дальше, никакой конкретики, лишь фраза «вижу теперь свое задание шире, чем руководитель правительства». Интересно, куда уж шире, чем премьерский пост. То ли речь о работе за границей, а предложения мне рассказывали были. То ли составит конкуренцию Михаилу Саакашвили, поедет с туром по стране, вот только что в ответ услышит. То ли все-таки о новых выборах речь, потому что давайте не забывать, ведь формально Яценюк все еще премьер. Отправить его в отставку даже вот после этого сегодняшнего заявления может только Рада. Во вторник, как планируется. Хотя планируется уже второй месяц, и не случится ли так, что вот первый акт спектакля сегодня сыгран, а во втором очередной раз банально не хватит голосов. Мы будем выяснять это сегодня у политиков, и вот буквально только что дозвонились до лидера пропремьерской фракции в парламенте Максима Бурбака. Вопрос один. Дадут ли голоса за отставку своего лидера? Ведь без этого их может опять не хватить. Завтра у нас буде фракція, впевнений, що будемо говорити це питання на фракції. Я особисто буду підтримувати, думаю, фракція також буде підтримувати. І Арсеній Яценюк, і ми неодноразово публічно, відкрито звертались до наших колег щодо шляхів подолання цієї штучно створеної кризи. Це або підтримати діючий уряд і його програму, яка базується на діючій коаліційній угоді і на меморандумі співпраці з МВФ, який підписав і президент, і прем'єр. Або альтернативний шлях – це створювати новий уряд, нового прем'єра, нова коаліція, нова коаліційна угода і нова програма дій уряду. Врешті-решт наші колеги по коаліції «Блок Петра Порошенка» вирішили взяти на себе відповідальність і формувати новий уряд на чолі з новим прем'єром. Ми вітаємо такий крок, але, будь ласка, готові долучитися до цієї праці, тому що це є державницька позиція. Можу вас запевнити, що 82 підписи фракції Народного фронту під коаліцією будуть. Двері відкриті для всіх фракцій демократичного табору. І до «Батьківщини», і для радикальної партії, і для «Самопомічі». Врешті-решт треба брати відповідальність на себе і проваджувати надалі реформи. Завтрашній день покаже. Погоджена рада, завтра будемо зустрічатися і говорити.
Ну и понятно, что если уж появились такие новости, их должен прокомментировать и президент страны. Сейчас возле его администрации наш спецкор Лена Зорина, у нее узнаем все детали. Лен, вечер добрый. А вот ты сегодня на Банковой видела кого-то из топ-политиков? Потому что по той информации, которая здесь у меня в редакции есть, глава государства все-таки собирал рабочее совещание, чтобы обсудить отставку премьера. Да, Дим, добрый вечер. Но на самом деле окна в администрации президента светятся. Возможно, даже предстоит бессонная ночь, ночь переговоров. Но пока что встретить никого не удалось. Но что неудивительно, собственно, пока решение в парламенте не принято, комментировать что-то мало кто захочет. Ну, по сути, подставляться мало кто захочет, потому что прогнозы могут и не сбыться. Известно, что президент сегодня на работе и глава его администрации, которого Петр Порошенко вызвал сразу после заявления Яценюка об отставке. Также по неофициальным информации. Известно, что у президента сегодня побывали некоторые лидеры фракций, но подробности этих непубличных переговоров пока что неизвестны. Ну а вот что Петр Порошенко заявил в интервью украинским журналистам. Я чекаю, що не пізніше, як наступного тижня, бажано у вівторок, ми почуємо з парламента добру звістку. Перше, що створена коаліція. На сьогоднішній день, знаєте, дуже такі по-ленінськи дуже популярна позиція поради стороннього. Я не хочу брати на себе відповідальність, я не хочу входити, я не хочу голосувати, але я хочу мати право критикувати. Ні, це безвідповідально до країни. Впевнений в тому, що у вівторок ми повинні мати коаліцію, і я повинен мати внесену кандидатуру прем'єр-міністра. Тобто Гройсман. Тепер наголошую, я очікую, що це буде Гройсман. Я не збираюся зараз там відходити від цього. Але я буду працювати з будь-яким прем'єр-міністром. Мы продолжаем здесь находиться, здесь на Банковой, возможно, даже пообщаемся с кем-то из политиков, возможно, они появятся здесь для консультаций, потому что даже тот же Максим Бурбак, лидер Народного фронта, телефонный комментарий которого несколько минут назад был в эфире, по моей информации, срочно на машине выехал в Киев, и не только он. Дмитрий. Да, спасибо, коллега. Ну, следите за тем, что происходит, потому что сегодня такой вечер, когда может быть все, что угодно. Ну, по крайней мере, я о заявлениях говорю. Политики явно могут делать заявления. Многие из них уже поступают в студию. Вот, к примеру, отставку Яценюка прокомментировали в оппозиционном блоке. Заявление появилось на официальном сайте партии. Там выступают против, цитирую, попыток перетасовать колоду той же коалиции, только с меньшим количеством фракций. И призывают к досрочным парламентским выборам. Но досрочные парламентские выборы, даже если они состоятся, то не раньше осени, а в ближайшее время. В ближайшее время всем нам придется иметь дело с тем же составом парламента, в котором уже на следующей неделе готовится объявить о создании коалиции, но не совсем новой, из тех же старых двух больших фракций – Народного фронта и Блока Петра Порошенко. Ну а что после того, как будет сформирована коалиция, потом появится премьер, изменится в украинской политике? Ну, чем, к примеру, премьер Гройсман будет отличаться от премьера Яценюка? И кто хоть тушкой, хоть чучелом, помните, как в том старом анекдоте, готов присоединиться к коалиции, чтобы получили заветные 226. Ответы на все эти вопросы выясняла наш парламентский сапкор Катя Лысенко. Они приезжают на заседания на дорогих авто, но парламентскую коалицию, которую все так и не создадут, разве что с бюджетной «Шкодой» можно сравнить. Тесно, некомфортно, да и скорость не та. Но «Батьковщина» самопомощью окончательно решили не подсаживаться. А значит, у блока Порошенко и Народного фронта только один путь – ехать вдвоем. И все время думать, хватит ли на бензин. Когда двое не смогли скинуться на дорогу и вынуждены брать попутчиков, это, конечно же, позволяет выехать и даже двигаться какое-то время. Но, увы, у всех, кто на заднем сиденье, разное представление, куда нужно ехать и где конечная остановка. А потому сойти пассажиры могут на любом перекрестке. Попутчиков добирают из внефракционных. Их на первый взгляд много, 47, не только «Шкоду», но и целый бус можно набить. Вот только у всех свои маршруты, даже те, кто не во фракциях, все равно объединены формальные или неформальные группы. А те, кто ходили поодиночке, как Павел Кишкарь, признаются, пошли в большинство, лишь бы не лишиться мандата. Заради того, чтобы не было перевыборов. А еще ради возможных преференций, которые сейчас так щедро обещают. Кому дорогу долатать, кому больничку достроить, то и дело предлагают внефракционные. Так что кулуары полны слухами, мол, раз в Раде такой фестиваль щедрости, тяжело не повестись. Даже о том, что укроп и ведро Женя вольются в стройные ряды коалиции, поговаривают, а предлагают все и сразу.
Я є депутатом-мажоритарником, тому цікавилася, як справа на окрузі, можливо, чимось треба допомогти. От, ну, ви чудово розумієте, що ці питання формулюються зараз, не під час півтора року роботи, діяльності. Ехать вместе уговаривают так активно, что, похоже, коалиционную машину вот-вот и заведут. Я впевнений в том, что на початку пленарного тижня наступного у нас буде достатньо депутатів для формування коаліції 226 голосів, і ми будемо займатися обранням нового Кабміну. А от ті, хто рішили їм з коаліції, все одно не по путі злорадствують, мол, ям на цій дорозі стільки, що даже виїхав, на першому же ухабі диски поламають. І вони намагаються створити коаліцію антиприродній шляхом за рахунок тушок. Це буде так звана ширка, де будуть голосувати представники тих фракцій, які формально не входять в коаліцію. Це також неправильно, ця структура не є стабільною, і тому за 4-5 місяців, скоріше за все, вона також розвалиться, і все одно ми вийдемо на дострокові вибори. Коаліція має мінімум складатися з трьох фракцій, бо якщо навіть до тих двох фракцій доєднають депутатів позафракційних, то завтра там 3-5 депутатів вийдуть, і знову ж таки в нас в Україні не буде коаліції, і знову будуть торги за Кабмін. Депутати не скривають, всю ту затею з добором нефракціонних устроїли лише з одною целью – поміняти від пасажира правительственного авто Яценюка на Гройсмана. Вопрос тільки в тому, наскільки круто тепер зміниться маршрут. Ведь, по суті, новий Кабмін будуть формувати все те же дві великі фракції. В Народному фронті свято вірять, раз їх міністрам ще действующим, пока премьере проездной выдали, зачем сходить? Пусть теперь и едут дальше. Нас не цікавлять фамилии, кто будет наступным премьер-министром, кто будет министром. Нам цікаво, щоб ті реформи, які започаткував уряд Яценюка, вони продовжують. Хотя в блоке Порошенко мечтают перезагрузить навигатор. Політика буде змінена, на відміну від Яценюка, хоча б тому, щоб почнуть щось робити. Ми будемо радити все ж таки лібералізацію податкового законодавства, лібералізацію валютного законодавства, для того, щоб бізнес і підприємці почали нарешті дихати і розуміти, що їх перестануть мучити, як це відбувається до сьогодні. Так что еще не выехали, а уже на развилке. Как будут дальше согласовывать маршрут? Для тех, кто в оппозиции, большой вопрос. Поки що видається так, що жодних змін в політиці уряду відбуватися не буде. Я ще раз підкреслю, в діалогах, в будь-яких перемовинах вони відмовляються обговорювати подальший план дій уряду. Вони відмовляються говорити про те, як виходити із цієї ситуації. Вони готові обговорювати лише поділ портфелів. Ми не можемо до кінця зрозуміти, які будуть подальші дії, в тому числі уряду, які будуть пріоритети на 2016-2017 рік. І це непокоїть, і непокоїть в тому числі людей. Прості питання, які задають собі люди, а скільки буде коштувати їм тепло, скільки їм буде коштувати газ, а що буде відбуватися із субсидіями. Дуже складна задача в будь-якого прем'єр-міністра, який буде підтримуватися такого роду коаліцією, сліплений із різнопланових груп. Тому складна задача, і ми будемо в будь-якому випадку ми завжди будемо підтримувати ініціативи, які будуть хороші для країни, які будуть направлені на продвіження країни вперед, а не якісь розборки внутрі політиків, які привели, собственно говоря, к кризису. Як би там ні було, вирулювати політикам потрібно. З парламентської пробки вони і так уже стоять без малого 2 місяці. Екатерина Лисенко, Сергій Коваль, Сергій Килимник, Іван Нашкіндер. Подробності неділі. Телеканал Індар. Так что весна – трудное время для политиков, и не только потому, что коалиционные переговоры и бои все это время идут, бои, о которых Катя Лысенко говорила в сюжете. Это еще и слуги народа готовы пережить, а вот декларации о доходах. Депутаты, министры, мэры – все они должны декларировать свои доходы и имущество именно сейчас. Одни делают это честно, другие пытаются утаить, ну, что называется, все и сразу, ну, а третьи хитрят. То о квартире забудут, то вместо роскошных машин, на которых их можно увидеть каждый день, в декларациях стоят прочерки. Вклады в банках, имущество родственников, все, что нажито непосильным трудом, все это прячут политики и ищут потом журналисты. Вот и наш корреспондент Лена Зорина выясняла, а что пытались утаить политики в этом году? Они несли свои декларации кто как мог в портфелях. Чего наибеднейших? Передавали через помощников или привозили на шикарных машинах. Я, может быть, один из самых честных, да. Миллионеры и бедные, как церковные мыши. Министры и депутаты рассказывают, сколько заработали.
357 тисяч за рік, 18 тисяч, і деякі місяці було 20. А 30 тисяч, по-моєму, 500 гривень в місяць, приблизно так. 8 тисяч гривень, я не знаю, скільки. Скільки? Я не знаю, скільки, 8-10 тисяч гривень. Клянуться, живуть, як всі, мол, близькі к народу. Пользуюсь там таксі або общественним транспортом. Но проводимо експеримент, банальний вопрос заводить в тупик. Сколько же там на метро стоит, знаете? Ну нет, я не езжу на метро. По закону депутаты и чиновники показать свои декларации должны были еще 1 апреля, но обнародовать доходы поспешили не все. На 6 апреля уже опубликовано 182 декларации народных депутатов Украины, 424 миллионеров, больше, чем тех, что живут на одну зарплату. Фокус старый, говорят в организации Transparency International. Если раньше было модно оформлять все на жену, теперь богатеют дальние родственники. Тети, дяди, там какие-то племянники, племянницы. Третий этаж не застеклен. Они не декларируют, не обязаны декларировать. Да? Плюс любые наличные денежные средства не обязаны декларировать. Плюс не обязаны декларировать там фирмы, в которых они являются конечными бенефициарами. Еще одна хитрость в аренде или подарках. Кто-то задекларировал, кто-то нет. Проверят ли, тут как повезет. Вот советник министра внутренних дел Антон Геращенко. В этом году ему подфартило. Получил подарков на 300 тысяч гривен. Старенькая «Шкода» из декларации исчезла. Зато появился дорогой кроссовер. Моя машина находится в аренде. Я своей пока не обзавелся. Депутат Парасюк меняет машины, как перчатки. Чтобы я зараз не нарушался так, чтобы нас потрапили подъезд. Арестовали и Верховную Раду не пустили. Вот он на черной «Шкоде» «Суперб», вот его белый «Форд Мондео», а это он на «Субару» «Аутбэк», которую недавно пытались взорвать. Соседи считать не успевают. То его привозят, то на «Супербе» он там приезжал. На «Шкоде» «Суперб» я вот видел, что он пару раз приезжал. Ага, а эту машину часто видите? Нет, не часто. Но этих машин в декларации нет. Живет Парасюк на 6 тысяч гривен на Печерске, где аренда вдвое превышает депутатскую зарплату. Это машина наших батьков. Украинская головоломка. Депутаты пишут, что заработали, но не пишут, сколько потратили. А вот здесь баланс не сходится. Я езжу на седьмой модели BMW последнего выпуска. Я ношу там вещи, которые первой линии, там Dolce & Gabbana, Prada. Я ношу часы за 100 тысяч долларов. Вот это то, что надо сейчас декларировать. 80% этих вещей будут появляться из воздуха. Вот чтоб ты жил на одну зарплату, проклятие не только депутатское, но и коллег. Напротив, в кабмине здесь есть министры, которые по 6 тысяч гривен в месяц зарабатывали. Один из них – министр соцполитики. У Павла Розенка и его жены заработки скромные. Більше 10 тисяч гривень. Я вважаю, що ну, так, на таку суму можна нормально прожити. Прожити він може, уверяють, і без квартири. Її в декларації нет. Я живу з народження 45 років, це квартира моїх батьків. Но з машиною, вот таким внедорожником. Стоит такая машина почти как квартира. Чтобы заправить полный бак, министру нужно четверть зарплаты отдать. Примерно столько же обойдется и коммуналка. Это если есть где жить. Нет, тогда аренда съест всю зарплату. А плюс ежедневные расходы, семья, еда. Так можно и зубы на полку положить. Новые петровцы – модное среди чиновников село. Здесь дом нынешнего премьера Яценюка. Бассейн открыт, рядом дежурит охрана. Хотя сам премьер, говорит, переехал в город. А этот пустой участочек неподалеку принадлежит министру юстиции Петренко. Он в нынешнем году самый богатый чиновник в кабмине. Задекларировал почти 4 миллиона гривен. Я был в приватном адвокатском секторе. Мав відповідні збереження на депозитах. Живе же міністр в этом домі на Печерське. Квартиру, говорить, орендують. Правда, это почти полтори зарплати чиновника. Близько 30 тисяч гривень. Останній раз я розписувався за аванс. Було десь з надбавками, з усіма близько 19 тисяч гривень.
Сейчас в правительстве 8 из 18 министров миллионеры, правда, гривневые. Если на следующей неделе появится новое правительство, то и в нем состоятельных людей будет немало. Те, кто живет на одну зарплату без квартиры и машин, тоже в новом составе Кабмина останутся. Но все ли они честно рассказали о своих доходах? Посмотрим в следующем году. Елена Зорина, Марианна Бурякова, Иван Ермаков и Павел Лысенко. Подробности недели, телеканал Интер. Ну а в следующем году уже придется отчитываться новому правительству, новым министрам. Вернемся к главной теме сегодняшнего дня. Я напомню, что несколько часов назад Арсений Яценюк заявил о своей отставке. И президент, и лидеры парламентских фракций, и западные друзья Украины не раз говорили, вот когда появится этот новый премьер, новое правительство, то выход из политического кризиса должен быть найден. И найден как можно скорее. Ну, по слухам, даже даты называли. Ну, давайте представим, что выход все-таки найдут. Коалицию сделают, правительство сформируют, начнут работать. Главный вопрос, а вот как быстро смогут показать результат? Ведь фактически тем же политсилам, почти тем же людям в Кабмине, в Верховной Раде придется решать те же проблемы, которые споткнулось правительство Яценюка. Вот пример. Дороги. После зимы в некоторых украинских регионах их просто нет. По статистике, официальной статистике, 97% украинских дорог требуют ремонта. Ну, вдумайтесь в эту цифру. Чтобы исправить ситуацию, в дороги нужно вложить 2 годовых бюджета страны. Сможет ли новый Кабмин найти деньги и хотя бы частично решить эту проблему? Большой вопрос. И на данный момент вопрос без ответа. А ведь в том числе от решения этого вопроса будет зависеть и рейтинг нового премьера. Наш корреспондент Алла Матюшок подробнее об этом. Бордовые, серые, черные. Дорога просто выстелена мозаикой из латок. На 10 метрах я насчитала 46 лоскутков. Тут уже и штопать нечего, полотно необходимо полностью менять. Переодеть украинские дороги в новые. Хотя латки еще не худший вариант. Пугают открытые ямы на международных трассах. Ему есть с чем сравнивать. Румын Иван исколесил всю Европу. Как только пересек границу, почувствовал особенности езды по-украински. Трасса Одесса-Рени. Здесь русский нецензурный вспоминается быстро. Але видите, так видно, у меня амплитура, мне это не созвучно. Я ему попал в брик и колеса нема. Все. Оно стоит, знаешь, сколько стоит? $100. Ага, $100, да. Как еще я не взорвался, я не знаю. Аж кусок огня вот такого выскочил. Дорога, которую называют южными воротами в Европу, настоящий квест для водителей. Колес туда, один туда. Никогда не видел такую дорогу. Очень плохо. Никогда. Ну почему все украдет? Никто не ремонт не делает. Почему воруют и не ремонтируют, не только румыну объяснить сложно. Вот карта наполеоновских планов правительства. На ней участки дорог, виды работ и выделенная сумма. Дорога Одесса-Рени тоже оказалась в очереди на ремонт. Причем капитальный. Будут убирать 5 сантиметров верхнего слоя и укладывать новый. Но на самой международной трассе ремонтом, даже косметическим, не пахнет. Водители просто едут по обочине, по грунтовке. Я з Житомирщини. А, з Житомирщини. Я такого не бачив. У нас були погані в прошлому році дороги, но то ще добрі були. А це вже ніякі. А это уже дорога Киев-Одесса. Недалеко от столицы здесь запланирован капитальный ремонт. Однако с ним можно было и повременить. Та шаг вистачило, років на 4, 3-4 вистачило. Важко сказать, что это самое найбільш потрібне місце, как с технической, так, возможно, даже с экономической точки зрения. Мы все же нашли дорогу, где ремонт не планируется, а уже идет. В Кончу-Заспу, самый элитный поселок страны, где живет немало высоких чинов. Не имеет никакого ни экономического, ни политического, геополитического значения. Да? Но на эту дорогу выделяется порядка там, 2 миллиардов гривен. За эти деньги можно было бы гораздо большее количество километров привести дорог средним ремонтом. В этом году на ремонт дороги выделили рекордную сумму – более 30 миллиардов гривен. Вот только, как оказалось, львиная доля этих денег уйдет совсем не на ремонт. На погашение кредитов и уплату долгов у Укравтодора. От бюджетного пирога останутся только 14 миллиардов. Далее это кладется на стол в кабинете министров и народным депутатам. Кажут, в этой области дороги и так гарні, нам здається. А ось в Чернівецькій області давно дороги не ремонтували.
ті депутати, які впливовіші і сильніші, вони в результаті цей перелік ріжуть і крамсають, і з'являється новий перелік. Депутати вважають себе більшими спеціалістами зараз, ніж дорожні. Список, где закатают в асфальт деньги, утвердили только на прошлой неделе. Еще месяца два, пока проведут тендеры, а на улице уже апрель. Лучшее время для ремонта. Дорожники выходят на работы в червні, замість того, чтобы выйти в квітні. Втрачают 3 месяца. Но выйдут ли они в июне, тоже под вопросом. Реальные деньги, так спланировало Министерство финансов, перечислят только осенью. С октября месяца начинается активное финансирование. Ну, когда уже, извините, свинячий голос эти деньги. Когда уже начинают идти дожди, снега. И вот та картина, которую часто мы наблюдаем, когда идет снег, и в это время начинает кататься асфальт. Пока замечания классика о двух бедах, дураках и дорогах не кажутся правительству проблемой, сами украинцы по бездорожью наносят удар, чем могут. Глубина была 30 сантиметров. Ну, вымащивали цегла, где взяли на, у меня на участку. О, а зверху поливали смолою, розогріли бітум, балон принесли. О, і так получився суботник у нас. Это Черниговская область, городок Мена. Жители сами засыпали ямы. А вот в селе Бреч дорогу построил директор местного конезавода. 10 лет и 100 миллиардов гривен в год. Столько нужно, чтобы украинские направления стали дорогами. Пока же на выделенные 14 миллиардов можно отремонтировать около 2000 километров. Это расстояние как от Чопа до Киева и дальше до Мариуполя. Має бути своя стратегія, які економічні пріоритети України, туди і має розвиватися автодорожня інфраструктура в першу чергу. Стали, скажімо так, від Києва і пішли кудись, не знаю там. Чи стали, не знаю, від Одеси, чи від Миколаєва, і пішли кудись, куди? До поля, не знаю, чи до заводу, чи до фабрики, чи до пароходу. Но пока стратегии нет, на тех станциях полно работы. Одну яму объедешь, а во вторую попадешь. Нету дороги, одни ямы. Шаровые вылетают. А вот так берешь колесо и его шатаешь в сторону, то оно должно быть жестко ходить. А бывает, то так шатаешь, и колесо ходит туда-сюда. Украинские дороги, как говорят, убиты на 97%. По некоторым подсчетам, это даже хуже, чем в Узбекистане и Таджикистане. Потому над шуткой, что остатки асфальта каждый год тают вместе со снегом, уже не смеются. Алла Матюшук, Андрей Анастасов, Наталья Неделько и Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Помимо дорог, еще одна проблема национального масштаба – тарифы. Смотрите сами, абсолютное большинство украинских политиков, вы видели это и в нашей студии, они были, по другим каналам выступают, обещают снизить тарифы. Сегодня или завтра, варианты могут быть разные, но точно снизить. Это то, что хотят услышать избиратели. А вот в МВФ хотят услышать совсем другое, мол, цену, например, на газ нужно повышать еще и еще. Что выберет новый Кабмин? Симпатию избирателей или сотрудничество с МВФ? Ответ узнаем, наверное, уже в ближайшей неделе. И особенно такое решение Кабмина будут ждать те, кто уже не смог вовремя заплатить за свои дома и квартиры. У тысяч украинцев коммунальные долги. Они настолько велики, что к ним уже наведалась исполнительная служба. Как живут те, кто не может платить по счетам? Олег Решетняк об этом. Исполнительная служба выходит на охоту. В этом доме живут те, кто больше года не платит коммуналку. Не хочешь платить? Отдай квартиру. Твердой походкой в вечернее время они обходят подъезд за подъездом. Днепропетровские коммунальщики вместе с исполнительной службой идут выбивать долги. По всем исполнительным производствам дается срок на самостоятельное исполнение. Он не превышает 7 дней. И по истечению этого срока государственный исполнитель по каждому производству исполнительному обязан наложить арест на имущество. В первую очередь забирают холодильники и телевизоры. То, что легче всего продать потом на аукционе. Здравствуйте. Исполнительная служба индустриального района беспокоит. Главное застать кого-то дома. У хозяина этой квартиры больше 7 тысяч гривен долга. Скажите, Максим Алексеевич нам нужен. По поводу задолженности. Кто тут такой не живет? Как не живет? Это обычная история – прятаться от коммунальщиков.
как и то, что должники – люди совсем не бедные. Здесь у хозяев есть дорогая машина, только за коммуналку платить не хотят. Мы повесточку оставляем в дверях. В ее же интересах перезвонить по указанному телефону. Пока только предупреждение. В следующий раз, если дверь не откроют, исполнительная служба ее взломает. А это уже Львов. Чи не твориться законодавчую службу? Арестовывать пришли не холодильник или стиральную машину, а целую квартиру. Хозяин задолжал более 30 тысяч. Чуєш, Іван? Пришла якась виконавча служба. І тут хочу писати дзвінок. Пускати до хати чи ні? Мені на класник приходить. Не пускати, я не пускаю. Дай я тобі дам поглубшатися. Оказывается, эту квартиру сдают. Ми не будемо говорити по телефону з невідомими особами. Давай з власним. Ми описуємо майно. Коротше, зайшли, прорвалися, Іван. Тут народу з камерою і з усім. Тепер здавати буде вже нечого. Ми описуємо цю квартиру для подальшого, для подальшої реалізації. Після того, як надходить звіт про оцінку цього майна, майно виставляється на систему електронних торгів арештованого майна. И продается. Охота на должников началась почти по всей Украине. Растут тарифы, а с ними и долги в геометрической прогрессии. Каждый 20-й украинец просто не платит за коммуналку. Но в министерстве ЖКХ только разводят руками. Ми аналізуємо ситуацію, ми звертаємо увагу, якщо є негативні фактори, але безпосереднього впливу, і це не... Цим не може займатися міністерство, саме стягненням боргів. Дніпропетровські описали вже около 40 квартир і 200 машин. Это штрафплощадка арестованных автомобилей. Их владельцы решили не платить коммуналку. За долги они превратились из автолюбителей в пешеходов. Как видите, не все должники бедные, а даже наоборот. Коммунальщики говорят парадокс. Самые дисциплинированные – старики с их мизерными пенсиями. Арест имущества действует магически, долги сразу же гасятся. А вот в Днепропетровске пошли еще дальше. Приезжает человек с Днепропетровска в аэропорт Борисполь. Он приезжает с семьей, с чемоданами. У него же в голове, он уже видит там лазурный берег чего-то. Должников теперь не будут выпускать за границу. Он уже там в дьюти-фри, там перед проходом подходит к границе. То есть и думает, ну вот сейчас, два часа, он уже представляет, как он будет купаться в море. Он доходит до погранконтроля, и все его счастье, и все его море заканчивается именно там. Он возвращается в душный Борисполь, садится на поезд и едет обратно домой. Список журналисты уже прозвали расстрельным. В нем 385 человек. Но не все так просто, как говорят городские чиновники. Запрет на выезд за границу только после решения суда. Ми насправді отримуємо такі рішення суду, які суд визнає тих чи інших людей заборгованими перед тими чи іншими організаціями чи комунальними установами. Відносно кожної людини є конкретне рішення суду, яке так чи інакше його обмежує в праві виїзду за кордон. Но не все города пошли в наступление. В Черновцах посчитали, судиться себе дороже. Витрати, які несуть підприємства при подачі в суд, лягають на плечі, на фінансово-господарську діяльність цих підприємств. Но уговорами особо не подействуешь. Это понимают и в Черновцах. С января тарифы выросли в среднем на 50%. В этом месяце повышается цена на газ. И это украинцы почувствуют уже в следующем месяце. А пока вычислительные центры начали слать платежки с новыми тарифами на электроэнергию, которая подорожала в марте. Олег Решетняк, Ирина Дьяченко, Галина Якушко, Евгений Коненцов и Юрий Голубинко. Подробности недели, телеканал Интер. Итак, арест имущества за долги. Теперь это уже не только угроза, это реальность, как видите.
Мера, возможно, и действенная, вот только насколько правильная? И не случится ли так, что те, кто на «Мерседесах» ездят и не платят, и в суде свои вопросы решат, ну, коль к ним предъявят претензии, а те, кто не заплатил, потому что не из чего, теперь еще и на улице останутся? Большой вопрос. Если перечислять задачи нового правительства, а первоочередные задачи – это не только вот с этой коммуналкой разобраться с дорогами, а еще, ну, вы явно скажете, навести порядок в банковской сфере. Вот банкротство банка «Хрещатик» добавило украинцам седых волос. Ну а в эти дни, что на кухне, что в соцсетях обсуждают, а что же с «Приватбанком» происходит, одним из крупнейших финучреждений страны. Чем вызваны эти очередные банковские проблемы, кто должен за них отвечать, в материале Оксаны Григорьевой. Неделя громких банковских скандалов. Сначала «Хрещатик». Главный муниципальный банк рухнул. У его банкоматов выстроились очереди бюджетников. Дальше что с этой карточкой планируете делать? При мэрстве Черновецкого «Хрещатик» отдали в частные руки. У города осталось только 25% акций. Версия от Нацбанка – бизнесмены с контрольным пакетом просто вывели капиталы из Украины. Мы ожидаем от правоохранительных органов соответствующей оценки ситуации, проверки менеджменту, та блокування будь-якої можливості виведення коштів за кордон на офшори. Но если с «Хрещатиком» все более-менее понятно, да и мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что государство вернет вкладчикам их деньги, то что произошло в «Приватбанке» на этой неделе, загадка со многими неизвестными. С понедельника не работали его банкоматы, не проходили платежи, не работал интернет-банкинг. На заправку заехал вчера, хотел «Приватбанковской» карточкой рассчитаться. Сказали, любая другая карточка, кроме «Приватбанка». Буквально сегодня я решил проверить, на самом деле есть такое или нет. Сегодня с утра пытался снять деньги, но не получилось. Вообще никак не работает. Ну, я не могу отослать деньги. Система легла. У проблемы оказался поистине национальный масштаб. «Приватбанк» на сегодняшний момент тесно монополист на рынке платежів. У нього більше всього платежних карток, більше термінал, в нього дуже розгружена система. Угроза неплатежей стала реальною для сотень тисяч українців. Частично к концу неділі банкомати заработали. Но, як признають в самому банку, многие платежі зависли в сложной фінансовій цепочці. На форумах соцсетей клієнти не сдерживають емоцій. После внесения денег в терминал он зависает и чек, подтверждающий операцию, не выдает. Сотрудники банка комментируют. А что вы хотите? У нас технические проблемы. Жалуйтесь руководству. Платежи в «Приват-24» не проходят до сих пор. В самом «Приватбанке» все объясняют установкой новой операционной системы. Но так ли это на самом деле, проверить невозможно. Это частная собственность. Не выводит ли капиталы за границу крупнейший банк страны, конечно, никто рассказывать не будет. А вот о возможных проблемах с ликвидностью в банке говорят и уже давно, и не только в профессиональных кругах. Среди клиентов тоже. Еще одна версия странного сбоя в работе платежных систем банка, мол, банкоматы и терминалы попросту выключили, чтобы не выдавать деньги клиентам, а банкротам. Хрещатика. Клиенты этого банка со своими карточками стали обходить все банкоматы. Ну а поскольку у «Приватбанка» устройств больше всего, то и наличных банк отдать тоже должен был бы больше других. Есть и третья версия. Будь-який банк, власник якого і займається політичною діяльністю, бо є олігархом, він знаходиться в зоні ризику. Це завжди буде пояснюватися як технічна трудність, як технічний збій. До речі, цей збій у «Приватбанку» вже не перший. Якщо взяти за два останні роки, він не перший. Це вже траплялося, і кожен раз це якось дивно дуже збігалося з тим чи іншим політичним загостренням. Сбой в платежах совпал с финальной фазой переговоров по будущему правительству. Сейчас идут торги за вхождение в коалицию парламентских групп «Укроп» и «Відродження». Ее контролируют нардеп Хамутинник и мэр Харькова Кернес. Такой себе политический коктейль – бывшие регионалы и ура-патриоты. И у них, и у «Приватбанка» есть одно общее. Ниточки ведут к группе «Приват». Связаны ли банковские дела и политика, станет понятно во вторник, когда будет голосование за премьера. Если депутаты, связанные с группой «Приват», в коалицию не войдут, то у собственников и клиентов банка могут начаться совсем сложные времена. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, Леонид Аборин. Подробности недели. Телеканал «Интер». Все эти внутренние проблемы на фоне не то чтобы неудач, а, скажем так, на фоне холодного душа, который нам устроили в Европе, когда голландцы на референдуме сказали Украине «нет». Давайте откровенно. Для нас не закрывают дорогу в Европу, но с иллюзиями расставаться пора. С иллюзией, что можно ничего не делать, а Европа нас все равно поддержит. С иллюзией, что можно в последние дни проехаться на велосипеде и сломать общественное мнение, которое месяцами формировалось. С иллюзией, что нас должны в ЕС тянуть, а не мы должны туда стремиться.
Чуть больше, чем через неделю, 18 апреля, Брюссель должен решить, а что теперь делать? Что изменит и изменит ли соглашение об ассоциации с Украиной? Вот после этого злополучного голосования голландцев. Разбираться будут на высшем уровне, на встрече министров иностранных дел ЕС. Главное, чего добивается Киев, чтобы в результате хотя бы соглашение не разделили на торгово-экономическую, которая ни у кого вопросов не вызывает, и политическую часть. Как настроены топ-политики Европы, вот насколько они-то на украинской стороне, спросим у нашего сапкора в Брюсселе. София Гордиенко, она с нами на связи. Софа, вечер добрый. А вот топ-политики ЕС, лидеры Европейского Союза, Европейской комиссии, они-то что говорят? В Европе демарш голландцев восприняли скорее как мелкую пакость в сторону именно Брюсселя, а вовсе не Украины. По крайней мере, именно такое впечатление, когда читаешь местную прессу. Мол, Нидерланды сказали нет Евросоюзу и его планам. Главы евроинституции Жан-Клод Юнкер и Мартин Шульц огорчились, но намекнули, кстати, что отношения с Украиной будут развиваться, а соглашение о свободной торговле будет работать. Самый оптимистичный посыл вообще мы получили от Дали Грибаускайте. В виде обращения она призвала не терять надежду и не сомневаться в европейском будущем Украины. И напомнила, что свободная торговля между ЕС и нашей страной уже де-факто работает. Подытожила свою речь на украинском. Сьогодні ми маємо стати більш об'єднані та рішучими, готові до реформ, інтеграції та нової європейської України. Літва і уся Європа будуть на вашій стороні. Слава Украине! Ну, конечно же, евроскептики радуются. Марин Ле Пен, например, поздравила голландских патриотов с триумфом. Вот только этот триумф Брюссель может во внимание и не принять. Многие эксперты, которые сейчас анализируют все возможные последствия референдума, сомневаются, что ЕС возьмет и отменит то, что и Брюсселю, и Киеву далось с таким трудом. Хотя, конечно, они стали для многих холодным душем результаты. Официально результаты голосования огласят 12 апреля. Тогда же правительство страны и объявит о своем решении. В качестве компромисса, кстати, с евроскептиками, которые инициировали референдум, рассматривают такой вариант, как внесение неких поправок в документ ратификации. Но пока о чем именно речь, какие будут поправки, не разглашают. В соцсетях и тем временем появились уже сообщения жителей Нидерландов, которые просят прощения у украинцев. Но надо сказать, что и нам есть что вменить в вину за все это время. Украинские чиновники так и не сумели подправить имидж Украины, пострадавшей от скандалов, с теми же даже украденными картинами и отсутствие реальных реформ. Дима? Да, коллега, спасибо за детальный рассказ. Но еще один вопрос. Давайте им зададимся. А какими теперь будут шаги нашей страны? Вот не ставит ли под угрозу такой негативный результат в Нидерландах еще и безвизовый режим для всех нас? Это узнаем прямо сейчас у Дмитрия Кулебы. Человек, который часто комментировал многие события со стороны Министерства иностранных дел. Сегодня мы с ним уже говорим в новом качестве. Дмитрий, я вас, кстати, поздравляю с этим. Накануне президент назначил нашего собеседника постоянным представителем Украины при Совете Европы. Так что он, как говорится, теперь уж точно в курсе. Дмитрий, вы мне скажите, які дії можуть бути у нідерландської сторони надалі? Який в них план? Озвучують вони вже свою позицію? Як далі будуть взагалі розвиватися події? Головне, я б сказав, зобов'язання Нідерландів перед Європейським Союзом в цій ситуації – це знайти таке рішення, яке не підірвить солідарність Європейського Союзу, яке не передбачатиме руйнації єдності всіх держав-членів ЄС у питанні асоціації з Україною. Тому що якщо це відбудеться, це матиме далекоглядні наслідки. Якщо сьогодні немає єдності щодо застосування угоди про асоціацію, завтра так само не буде єдності щодо, наприклад, продовження санкцій проти Росії, а післязавтра не буде єдності щодо вирішення іншого питання Європейського Союзу, його зовнішньополітичної складової. Тому надзвичайно важливо, принципово важливо знайти таке рішення, яке гарантуватиме єдність і непорушеність Союзу 28 держав-членів ЄС у цьому питанні. Яким би не було рішення, якою б не була позиція уряду Нідерландів, угода про асоціацію буде і надалі застосовуватися в тимчасовому режимі, немає часових обмежень застосування угоди в тимчасовому режимі. Це потрібно розуміти.
Офіційну позицію Нідерландів ми очікуємо почути до 12 квітня або максимум 12-13 квітня. Чому? Тому що саме 12 числа офіційно результати, отримані на референдумі, набудуть чинності за нідерландським законодавством, і відповідно відкладати цей процес вже буде нема куди. Дмитре, ви мені скажіть, а як ви можете прокоментувати заяви, що які тут в Україні лунають? Що, мовляв, в нашій країні стільки проблем, що голландці просто не могли інакше проголосувати і на цьому референдумі. Ну, наприклад, хоча б українська корупція. Ну, дійсно, саме через це результат настільки поганий. Наскільки це правда? Дійсно, питання корупції в Україні, воно постійно лунало в дискусіях, і я вже після оголошення результатів референдуму з'явилася спокуса вже в Україні все звалити на відповідальність на за отриманий результат на тему корупції, що от ми недостатньо боремося з корупцією в Україні, тому нас не люблять в Нідерландах, але я змушений розчарувати трохи в цьому плані. Безсумнівно, корупція – це наша загальносистемна проблема. Безсумнівно, що абсолютно безпрецедентні зусилля за останні два роки були докладені для того, щоб цю проблему подолати. І безсумнівно, що ще більше потрібно докладати зусиль. Але в Голландії про всі ці деталі практично ніхто не знає. Для них просто термін «корупція» є дуже зрозумілим, він несе в собі загрозу. І тому, коли наші опоненти казали, що Україна – корумпована держава, вони не казали – вона корумпована, і ось приклади цієї корумпованості, які вас налякають. Вони казали, Україна корумпована держава, така як Болгарія, така як Румунія, така як Греція, і за які ви, платники податків, вимушені платити свої гроші. І ось це лякало нідерландців в питанні корупції. Я нічого поганого не хочу сказати про згадані мною країни, я просто констатую факт, свідком якого я неодноразово ставав. Тому що тема української корупції, вона ось так переверталася і емоційно працювала з голландським виборцем, коли пов'язувалася з добре відомими йому історіями корупції в інших країнах Європейського Союзу. Ну і наостанок можу сказати дуже просто, що абсолютно серйозно розкручувався в Нідерландах аргумент про те, що після того, як угода про асоціацію набуде чинності, то Голландія заразиться як хворобою української корупції. От з цього простого факту ви можете зрозуміти, як ця тема розкручувалася і підсвічувалася. Дмитре, останнє питання. Чи не вийде так, що тепер безвізовий режим для України також буде під загрозою? Ні. Це два абсолютно різних напрямки роботи. Ми, держава Україна, виконала свої зобов'язання в рамках безвізового діалогу. Це визнано Європейським Союзом. Європейський Союз підтвердив своє бажання і готовність виконати свою домашню роботу для того, щоб між Україною і ЄС був впроваджений режим для безвізових поїздок. Більше того, тема безвізового режиму, вона не лунала в дискусіях щодо угоди про асоціацію, хоча лунала тема міграції, але безвізовий режим не є заручником цього референдуму і ставлення голландців до угоди про асоціацію. Та зрештою, чесно кажучи, у них і немає ставлення до угоди про асоціацію. Це просто був привід для того, щоб збурити політичний ландшафт і політичний ландшафт Нідерландів і проводити цю дискусію. Я переконаний, що безвізовому режиму жодної загрози наразі немає. Дмитре, я вам дякую, маю просто перервати. Ми маємо закінчувати цю годину. Ми прерваємося на 9 минут, після яких поговоримо і о ситуації в Одесі, і о ситуації на Донбасі, і ексклюзивні подробиці об офшорному скандалі. Не пропустіть. Подробности недели. Прямой эфир. Вторая часть программы. Я Дмитрий Анопченко. В этом часе будем говорить и об офшорном скандале, и о Донбассе. Но начнем с событий дня сегодняшнего. С того, что в этот день просто на наших глазах разворачивалось.
Одесса. Там массовые беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ. Все произошло во время празднования даты военных времен, дня освобождения города. До сих пор так и не расследованы страшные события 2 мая. События на Куликовом поле, вот казалось бы, хотя бы они должны были примирить Одессу. Но, увы, сегодня новый конфликт. О том, как и, главное, почему все это произошло. Из Одессы Андрей Анастасов. Одесса отмечает день освобождения города от фашистов. Горожане несут цветы к памятнику неизвестному матросу. У некоторых георгиевские ленточки в букетах и на одежде. Реакция проукраинских активистов была практически молниеносной. Ленточки начали срывать, завязалось несколько потасовок. С обеих сторон полиция задержала по одному активисту. Чуть позже их отпустили, но возле памятника еще долго выясняли отношения, обвиняя друг друга в провокациях. Я не против, пускай они ложат цветы, но не ленточка здесь. Которых моих друзей на Донбассе убивают. Слушай, тебя вообще никто не спрашивает. Политические споры перекинулись и на Куликово поле. Там 2 года назад во время пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека. Сегодня так называемые антимайдановцы пришли на Куликово поле провести свой митинг. Их оппоненты попытались этому помешать. И не допустить, чтобы они устраивали какие-то сборища, потому что все эти сборы приводят к сепарским движениям. На Куликово поле вышла полиция и Нацгвардия. Произошли потасовки. Евромайдановцы сжигают георгиевские ленточки. Скажите, а почему вы это делаете? Это вещи сепаратистов. Полиции еще не определились, как будут квалифицировать все эти события и будут ли расследовать вообще. В оппозиционном блоке сделали свое заявление. Все стороны имеют право высказывать мнение. В той политической ситуации, которая есть на сегодняшний день в стране, нужно понимать, что нужно максимально быть сдержанными и максимально политкорректными. Это должны делать обе стороны. Мы должны объединиться вокруг нашего государства Украины. Сегодняшний день показал, чем ближе к маю, годовщине трагических событий в Одесском доме профсоюзов, напряжение в городе будет только возрастать. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности недели, телеканал Интер. Разве что только события Второй мировой принесли Украине больше, более проблем, чем нынешняя война. Уже 2 года страна ведет антитеррористическую операцию. Как раз на следующей неделе, 12 апреля, будет 2-я годовщина. Война принесла нашей стране столько проблем, сколько не приходилось решать, наверное, еще ни одному украинскому правительству. В 2 регионах инфраструктура во многом разрушена. На восстановление промышленности, домов, дорог нужны десятки миллиардов долларов. Как живут сегодня люди в городах с громкими названиями, которые еще не так давно мы слышали в военной хронике? Роман Бочкала об этой. Апрель 2014-го. Донецк, Луганск, Харьков, Запорожье. На площадях российские флаги и георгиевские ленты. Но рвануло там, где не ждали, в провинциальном Славянске. Сначала захватили отдел милиции, затем весь город. Что там происходит, мы видели все своими глазами. Это сейчас здесь полно машин, а тогда проезжая часть была перегорожена автомобильными покрышками. И вот в город мы шли без журналистских удостоверений, без видеокамеры. У нас с оператором при себе были только паспорта граждан Украины и, как средство записи видео, вот этот телефон. И на голову я натянул капюшон, чтобы еще больше слиться с толпой. По дороге мы встречали людей с арматурой, битами, холодным оружием. А здесь, вот на этой опушке, впервые встретили людей, вооруженных огнестрельным оружием. Они были в российской военной форме и находились обособленно. Окрыленные успехом Славянска, сепаратисты захватывают соседний Краматорск. Стоит якийсь хлопчик
молоденький в такій масці. Він каже, ну, що я роблю, за це мені можуть дати 15 років. Отсюда начался счет жертв, концу которого пока не видно. Славянск освободили только через 4 месяца. Все же происходило очень быстро. Там времени особо там на какие-то глобальные раздумья, насколько это затянется, это реально не было. Потери пошли, там уже какие шутки. Для нас война началась с первыми потерями. Пока освобождали город, дети за короткое время вдруг резко повзрослели. Таким этот дом был 2 года назад, а такой он сейчас. 25 многоквартирных домов пострадало, я имею в виду так, серьезно, потому что окна мы уже не считаем. 124 дома полностью разрушены, больше 300. Второй сложности там, где нет крыши, окон не было. Если многоквартирные дома худо-бедно восстанавливаются, то частные до сих пор стоят в руинах. Самый яркий пример – село Семеновка. Целый дом здесь найти сложнее, чем разрушенный. Родные сестры Александра и Анна живут на соседних улицах. Одной повезло больше, ее дому всего лишь снесло снарядом крышу. Прямо сюда что-то развалили. Ее огород словно поле боя, повсюду траншеи и блиндажи. Вот эти бугорки, это все были окопы. И вот сюда окоп, и туда окоп. У другой сестры крыши над головой вообще не осталось. Я его плакаю каждый день. И шо, под забором осталось. Дом полностью сгорел. Все было, все нажила. Ей, как и другим, обещают выплатить компенсации за разрушенные дома. Сколько этих разговоров о восстановлении Донбасса, которые в итоге оказываются пустыми. В ожидании на государственную помощь почти 500 человек. А по частному сектору до сих пор законодательством не урегулировано решение вот восстановления этих домов. Находясь в городе Славянске, вроде бы на своей земле, на сегодняшний день никакой помощи от государства не получают. Если Славянск и Краматорск – это уже тыл АТО, то Авдеевская промзона – это сейчас ее эпицентр. Под огнем прорываемся к позициям украинских военных. Ну, ты уже давно здесь? 3 недели. Поранених багато, велика кількість осколкових, основна маса. Из него врачи извлекли 6 осколков, но ехать в больницу Сергей отказался. Ребята, может, я флаг начну заедать, потому что мои пацаны. О, кто сейчас работает? Ну, пулемет работает. Наших? Сложно сказать. Тут все близко. Ситуация, как каже наш комбат, стабильно хорошая. Мы стабильно тримаемся. Бои на промзоне не смолкают, постоянно слышны разрывы минометных снарядов, артиллерия, пулеметы. Вот сейчас нас попросили укрыться в этом помещении. Совсем рядом идет бой. Под такую минометную музыку живет 35-тысячный город. Особенно ситуация обострилась с февраля этого года. Вот сюда совсем недавно угодили мины. В дом. Трое бойцов получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Большая часть территории, где 2 года назад началась антитеррористическая операция, сейчас освобождена. Если на теперь уже мирных территориях думают о том, как отремонтировать дома и дороги, то здесь, возле Авдеевки, мысли только об одном – как остановить стрельбу. Украина на ближайшей встрече президента в формате «Нормандской четверки» поднимет вопрос о введении полицейской миссии ОБСЕ. Вооруженные посты должны гарантировать подготовку к местным выборам на Донбассе. Для поддержания порядка обязательно. Наверное, надо. У Авдеевки, как у многих городов Донбасса, свой человеческий счет. Гибнут не только военные, но и мирные жители. Поступило сообщение о том, что в ходе от обстрела погибла женщина по адресу Кубишева, дом 15. В ходе осмотра было установлено, что причиной смерти является минно-взрывная травма головы. По данным ООН, всего с начала конфликта погибло около 6000 украинцев. Неофициальные цифры на порядок выше. Освобожденная территория теперь зона экономической беды. А сама операция уже давно вышла за рамки антитеррористической. Конфликт на Донбассе перерастает в замороженный. И это состояние похоже на долгие годы.
Роман Бачкала, Владлен Ноль, Ирина Дьяченко, Олег Ерофеев и Руслан Терентьев. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и о происходящем на Донбассе мы договорились поговорить с Юрием Бойко. Он у нас должен появиться на связи. Да, Юрий Анатольевич, вечер добрый. Вы знаете, я пригласил вас для того, чтобы обсудить донбасскую тему, но поскольку вот такие события произошли с премьером, я должен сменить ее. Вернемся к Донбассу. Я не могу вас не спросить о том, что вот, ну, главная новость сегодняшнего дня, еще раз зрителям скажу, заявление Арсения Яценюка, он готов уйти в отставку. А как вы считаете, чего ждать от следующей недели? Вот все тихо-мирно пройдет, сформируют коалицию, потом нового премьера утвердят, или опять могут быть вот эти бесконечные торги и споры? Я думаю, что от этого парламента уже мы ничего не ждем. Парламент потерял доверие людей, поскольку занимался и жил какой-то своей жизнью. А, в принципе, из-за позиции правящей коалиции, которая свои политические интересы ставила выше интереса людей в стране. И поэтому мы считаем, что парламент должен быть переизбран. Это наша позиция не изменилась. И мы считаем, что должна быть новая коалиция. Она уже будет формировать новое правительство. Поскольку невозможно что-то делать в стране, когда парламентом доверяет 5% населения или 7%, и правительству и того меньше. Поэтому, безусловно, это полная перезагрузка власти. Вот что нас ожидает, по нашему мнению. И ничего страшного в этом нет, поскольку люди просто посмотрели на эту власть, посмотрели на этот парламент и уже не доверяют им. Юрий Анатольевич, но тем не менее, вот вы говорите, не доверяют именно этому парламенту и решать те проблемы, которые есть сегодня, в том числе и донбасские проблемы, решать минимум ближайшие полгода, если не больше. Сколько денег нужно для того, чтобы вот этим людям, которых речь о судьбах которых была в этом сюжете, помочь? Вот есть хоть какие-то подсчеты, приблизительные хотя бы? Какой нужен бюджет, чтобы справиться с тем, что есть на Донбассе? Действительно, очень много разрушено домов. По нашим оценкам, около 6 тысяч по двум областям. И разные разрушения. Допустим, есть в Лещанске разрушен 108-квартирный дом полностью. Люди полностью выехали. Есть разрушения в частном секторе в этих регионах. Разные дома, разные разрушения. Но общая численность у нас примерно, по нашим оценкам, примерно 6 тысяч. Я считаю, что это не под силу одной нашей стране. Это должны быть средства еще международного сообщества привлечены для восстановления. И это будет процесс, который надо начинать как можно быстрее, потому что людям надо где-то жить. Вот мы были в Попасный райцентр Луганской области. Там за счет предприятий мы организовали восстановление 12 многоэтажных домов. И вернули людей практически в квартиры свою. Но это должна быть государственная политика, это должно быть вмешательство государства, должно быть особое отношение к этим людям и к этой инфраструктуре. Ну, особое отношение. А что вы имеете в виду? Еще и западные деньги привлечь, помимо бюджетных? Потому что мы вот говорили в первой части программы, посмотрите, в Украине настолько разрушены дороги, что бюджетных денег не хватает даже на то, чтобы на мирной территории все залатать, не только на Донбассе. Вы это имеете в виду? То есть западную помощь? Это комплекс и привлечение средств международных инвесторов, и, собственно, бюджетные средства Украины, и поддержка со стороны банков. Как я знаю, много программ, которые работают или начинают работать уже в нашей стране, но сейчас это надо распространить на эти территории. Это комплексный подход должен быть, потому что очень большие разрушения, очень много нужно средств для восстановления инфраструктуры. Это и дома, и дороги, и освещение, все вместе. Люди, которые живут на этой территории, они все хотят мира, поскольку они настрадались, они трагедии испытали, и страшные случаи рассказывают. Поэтому, безусловно, на первом месте они хотят спокойной, прогнозируемой жизни. И это задача государства, ее обеспечить, задача государства помочь им, восстановиться, помочь им адаптироваться к мирным условиям, эти мирные условия закрепить и продолжить. Спасибо, с Юрием Бойко мы говорили, но, знаете, все-таки я думаю, что, к сожалению, Европейскому Союзу сейчас не до масштабной финансовой помощи стране, хотя бы потому, что ЕС просто захлестнул так называемый офшорный скандал. Наверняка на этой неделе вы за ним следили. Вот давайте сейчас
детально разберемся. Ну, во-первых, офшоры, где они, сколько их? Еще год назад украинский Кабмин, что самое удивительное, утвердил список офшорных территорий. Так вот, в нем 76 государств. Ну, шутили еще тогда, когда документ вышел, ну, так сказать, рекомендовано Кабмином. Государства разные там, от далеких Панамы, Гибралтара и Гонконга до уже засвеченных в разных скандалах с отмыванием денег Люксембурга, Лихтенштейна и Кипра. Что удивительно, офшорными территориями наш Кабмин считает также Австрию, Францию, Болгарию, Грузию, Молдову и даже, не поверите, Киргизию. Ну, понятно, что сильные мира сего в Бишкеке деньги держать не будут. Авторитетная компания McKinsey & Company, я вот нашел их заявление, подсчитала, что во всех офшорных зонах держат как минимум 32 триллиона долларов. Только задумайтесь над этой цифрой. Состоятельные граждане прячут там налоги, прячут там доходы, вот в этих безналоговых убежищах по всему миру. Причем половина этой суммы владеют всего 100 тысяч человек. Две трети всех офшорных денег надежно укрыты всего в трех государствах – Люксембурге, Андорре и на Мальте. Ну и сначала глобальная реакция. Вашингтон и Лондон – две столицы, в которых об офшорном скандале говорили на этой неделе серьезнее всего в Америке, потому что именно там всегда очень внимательно наблюдают за любыми финансовыми махинациями, ну и в принципе за финансовыми операциями по всему миру. Ну а Британия, потому что в центре офшорного скандала оказался премьер-министр Дэвид Кэмерон. Об этом поговорим с нашими коллегами. Говорим Панама, подразумеваем Лондон. Авторы расследования считают, что, похоже, именно отсюда дергали за все ниточки и руководили всеми офшорными процессами. Ведь именно в Европе получали всю выгоду. А что творилось по обратную сторону океана, Тихон? Оксана, но фамилии американцев в опубликованных документах мало, всего около 200. Причем среди них нет ни крупных бизнесменов, ни политиков. Рядовые граждане США, часть из которых уже отбывают наказание за налоговые преступления. Все дело в том, что в Штатах ведь есть и свои налоговые оазисы. Невада, Южная Дакота, Вайоминг, Делавэр – штаты, где очень мягкие финансовые правила и неограниченная банковская тайна. Здесь многие американцы прячут деньги от налоговой. Европейские экономисты даже заявили, после панамского скандала как раз в Америку деньги из ставших теперь небезопасными офшоров и хлынут. Отсюда, кстати, возможные слухи о возможной заинтересованности США. Впрочем, тут откровенно побаиваются того, что новая порция разоблачений может коснуться как раз Америки. Среди демократов встревожены возможностью новых утечек, потому что если главному конкуренту Хиллари Клинтон, Берни Сандерсу удастся доказать, что бывший госсекретарь причастен к схемам, раскрытым в панамских документах, это позволит ему жестко атаковать. Выиграй Сандерс 14 апреля праймерис в Нью-Йорке, весь ход кампании может резко измениться. Похоже, что и по другую сторону океана первым лицам тоже не сладко, да? Да, коллега, действительно, премьеру Кэмерону даже пришлось сегодня опубликовать все свои налоговые декларации за последние 7 лет. Закон он и правда не нарушал, просто не горел желанием раскрывать все свои, пускай даже давние доходы, за что и был обвинен в лицемерии и двуличии. Хотя однопартийцы-консерваторы Кэмерона поддерживают, так что должности он не лишится. Но и имидж пострадал. Британцы, которые и раньше недолюбливали богатенького папенькиного сыночка, негодуют. За громким скандалом с Кэмероном все здесь немного забыли о британских лордах, чьи имена всплыли в панамских документах. Детали их грязных делишек еще не опубликованы, так что королевство ждет новая порция разоблачений. А это может ударить не только по британским бизнесменам и политикам. Ведь офшорными схемами перекрывали финансовые махинации под ширмой высокого искусства. Итальянская пресса пишет, что через офшоры работал рынок предметов искусства. Продавали шедевры Пикассо, Ван Гога или Шагала. При этом офшоры вполне законный способ приумножить состояние. С их помощью богачи весьма умело уклоняются от уплаты налогов. А простые граждане денег недополучают. Злятся, требуют законы поменять или хотя бы объясниться. Вот почему люди и выходят на акции протеста по всей Европе.
Но в Америке до новых акций, сродни зашумевшей «Захвати Уолл-стрит», вряд ли дойдет. По крайней мере, власти все для этого делают. Проводятся масштабные проверки, панамские бумаги изучают в Министерстве юстиции, в том числе, кстати, для того, чтобы понять, не обходят ли российские граждане с помощью офшоров американские санкции. Власти теперь не исключают, что по итогам расследования санкционные списки могут обновить. Что интересно, в последние дни началась такая своеобразная двойная конспирология. Викиликс объявил, что публикация документов произошла с подачи Джорджа Сороса и американских организаций. Но авторитетные издания США, Washington Post и Newsweek усмотрели в публикации руку Кремля. Из Вашингтона и Лондона Тихон Зитко и Оксана Кундеренко. Подробности недели. Телеканал Интер. И нам удалось поговорить с главным редактором той самой газеты, с которой началось это громкое расследование. Вольфганг Крах, газета «Süddeutsche Zeitung». На этой неделе к нему буквально очередь из журналистов, и на большую часть запросов Герр Вольфганг просто отвечает отказом. Говорит, ну все-таки работать-то иногда надо, не только интервью раздавать. Но для нашего канала он сделал исключение, и вот что сказал в эксклюзивном интервью «Подробности недели». Мотивы, по которым, например, политики использовали офшорные фирмы, самые разные. Взять, например, Китай. Тамошние партийные руководители могли использовать эти компании, чтобы скрыть свое состояние от народа. Из документов, которые у нас есть, следует, что часть случаев – это действительно уклонение от уплаты налогов. Но есть и другие мотивы для использования офшорных компаний. В некоторых случаях четко видно, что криминальные группировки, мафиозные структуры, наркокартели отмывали с их помощью деньги. С помощью таких компаний пытались также обойти санкции ООН. Например, в случае Сирии или Северной Кореи. По документам обе стороны пытались уклониться от санкций и эмбарго. Сирия, чтобы финансировать войну против собственного народа, Северная Корея для создания атомного оружия. В документах есть целый ряд персон из Украины. Некоторые имена мы уже называли, в том числе и президента Порошенко. Но я не могу вам сказать, сколько всего граждан Украины фигурирует в документах и кто они, так как мы не проводили систематическую проверку на этот счет. Документов очень-очень много. В ближайшие недели и месяцы мы планируем публиковать истории, связанные с панамским архивом. Но сколько их будет, я сегодня сказать не могу. Политики уже давно хотят что-то сделать, как-то бороться с офшорным бизнесом. Но до сегодняшнего дня на практике мало что изменилось. Документы показывают, что бизнес процветает. И в таких странах, как, например, Панама, многие люди живут за его счет. Возможно, панамский архив станет поводом действительно что-то изменить. Не только говорить, что, мол, нужно что-то менять, но и реально что-то делать. Моссак Фонсека, если верить цифрам, четвертая по величине фирма в мире, которая предоставляет такие услуги. То есть существует еще как минимум три более крупные компании. Ну и, конечно, есть целый ряд других юридических фирм, которые помогают открывать офшорные компании. Вполне возможно, что мы услышим что-то и о них, но я бы не хотел делать прогнозы. Верно только то, что международный консорциум журналистов-расследователей работает за счет взносов и пожертвований, а офис этой организации находится в Вашингтоне. И, конечно, среди тех, кто финансирует эту деятельность, есть также американцы. Но доноры, которые поддерживают консорциум, не имеют никакого отношения ни к публикациям, ни к обработке документов из панамского архива. Над материалами работали только журналисты. Их было очень много, 400 человек. И эти люди держали информацию в секрете. Что в документах знали только журналисты. А доноры консорциума не имели никакого представления о том, что находится в этом архиве. Этот скандал ударил и по президенту нашей страны Петру Порошенко. За эту неделю столько всего было сказано и о нем, и о его компании. Первые обвинения были очень громкие, мол, занимался одновременно и бизнесом, и политикой, мол, хотел от налогов уйти. Ближе к середине недели уже другие заявления появились. Компания Rothschild Trust в ответ на запрос журналистов подтвердила, что юристы Порошенко, используя офшорные схемы, готовили передачу его компании в так называемый «слепой траст». И в январе этого года решение наконец-то было принято. Ну, что же такое «слепой траст», что думают об этом в пропрезидентской фракции в парламенте, давайте прямо сейчас узнаем. У Владимира Альева, он с нами на связи, глава одного из комитетов парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну вот помимо того, что депутат от блока Петра Порошенко. Владимир, вечер добрый. А вот что у вас во фракции говорят, что вы сами думаете об этом офшорном скандале?
У вас есть ответ, для чего Петру Порошенко понадобились эти офшорные схемы? Давайте ми почнемо з того, що саме питання офшорів, у нас навколо нього створений імідж, що це от щось таке от просто от страшне, погане і протизаконне. Я, можливо, зараз відкрию для когось великий секрет, але 90% світових великих компаній або груп компаній так чи інакше мають свої якусь частину там об'єднаних своїх об'єднаних активів в офшорах. Те, що було показано щодо офшорів Порошенка в Panama Leaks, це абсолютно однозначна вибудова під продаж активів групи компаній. Група компаній, це є, якщо ми візьмемо Рошен, це є не одна фірма, да, там яке ТОВ Рошен, а це група компаній, які включають в себе виробничі потужності, вони включають потужності компанії з продажу товарів, з експорту. Крім того, в Рошен входять і компанії за кордоном, не тільки одна Липецька фабрика, у нього є ще і європейські заводи. Тобто це об'єднання, велике об'єднання компаній. Українське законодавство, на жаль, так як більшість східноєвропейського законодавства і пострадянського законодавства, воно не пристосовано для того, щоб покупець сказав, що я буду цю групу компаній купувати в Україні. Тобто під покупця були створені ці офшорні компанії. Отже, що стосується компанії Рошен? Перше ми бачимо, що реально готувався продаж цієї компанії. Тобто мала бути виконана обіцянка передвиборча Порошенка, що коли він стане президентом, він це зробить. Але продати цю групу компаній – це не продати, там, наприклад, відеоплеєр, да, через OLX чи якусь іншу компанію так, з продажу в інтернеті. Це дуже складний і досить, скажімо так, чутливий механізм. Тому продавати його за якісь копійки чи за напряму на території України можливості не було. І відповідним чином тоді питання офшорів було закрите після того, як угода так і не відбулася. Офшорами ніхто не користувався, тобто там нулі стоять у грошових потоках. І після цього вже компанія була передана в так званий сліпий траст. Володимир, ви мене заплутали. Ви мені скажіть, окей, сліпий траст, про нього всі говорять весь тиждень. Що це таке? Ви з'ясовували? Друге запитання, ну просто відверто. Багато писали в пресі на цьому тижні, що всі ці офшорні схеми, вони створюються для того, щоб уникати податків. Ви це розслідували, цей момент? Що це значить сліпий траст? Це коли людина передає своє майно, от як зараз всі народні депутати, які вони мають там якісь корпоративні права, але вони відмовляються від того, щоб керувати цими правами на період виконання своїх повноважень. І ми отримали докази, що група компаній Ротшильда взяла в управління, в трастове управління компанію Рошен, що було, власне, підтверджено самою групою компанії Ротшильда, і навіть через такі поважні видання, як Financial Times. Тобто, в даному разі український офшорний скандал, українська частина загального цього глобального офшорного скандалу, вона не призвела би до того ефекту, якби не почали маніпулювати самими термінами. Офшори, там, ухилення від сплати податків. Юристи мені абсолютно чітко пояснили. А, відповідно, жодного руху коштів не було. Б, ухилення від сплати податків бути не могло через те, що схема прямого продажу через Україну, вона була би абсолютно неприйнятна для покупця. Покупцем такого активу може бути лише потужний іноземний інвестор, який займається відповідно виробництвом
кондитерської продукції. Тобто, в даному разі жодного порушення законодавства і жодного намагання ухиляння податків не було. Це пояснило мені кілька незалежних юристів. Добре, дякую, мы вас почули. Владимир Арьев был с нами на связи. Ну, а все точки над «и» сегодня расставил сам президент. Петр Порошенко давал интервью украинским телеканалам и прокомментировал тему офшоров. Вот на этой неделе он пообещал уже представить реформу, которая сократит использование офшорных схем в Украине. А как это можно сделать, он конкретизировал как раз сегодня. Вот что сказал. Какие кроки мы должны сделать для того, чтобы сделать эффективный, швидкий и глубинный процесс деофшоризации? Перш за все, я доручаю Міністерству фінансів, Державній фіскальній службі забезпечити приєднання України до міжнародної міжвідомчої конвенції по забезпеченню доступу України до рахунків нерезидентів. Не пізніше 1 січня 2017 року Україна автоматично повинна отримувати інформацію з усього світу про рахунки, які відкриті в будь-якому банку світу українськими резидентами. Це буде кореспондуватися з запровадженням законодавства, яке я забезпечу внесення в найближчим часом, запровадження статусу іноземних контрольованих компаній. Незалежно від того, ця компанія в Україні або за кордоном, якщо вона прямо чи посередковано належить українському резиденту, і якщо рівень оподаткування в цій країні більш ніж в два рази нижче, ніж ставка українських податків, ти маєш, навіть якщо гроші не зайшли в Україну, заплатити податок в Україні. Додатково до цього мають бути кореспондовані ставки податків. Ми маємо забезпечити гармонізацію податкового законодавства. Еще одна тема, которая обсуждалась вот в этом большом интервью украинским каналам. Наши пленные в России. Почему эту тему затронули? Почему она так важна? Потому что на этой неделе опять заговорили о том, что если бы не все, то хотя бы самые известные из них могут оказаться дома, могут вернуться в Украину. Самую последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента в Москве, Данила Русакова. Данил, вечер добрый. Вот насколько реально, что мы сможем увидеть в ближайшее время, к примеру, Олега Сенцова, Александра Кольченко, что они вернутся в Украину, что их выпустят? Да, Дима, здравствуй. Новость о возможном освобождении сразу четырех украинцев на этой неделе прогремела, словно гром среди ясного неба. Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко уже скоро могут оказаться в Киеве. Формально это называется возвращение в страну гражданской принадлежности для отбывания наказания там. Я напомню, факт наличия украинского паспорта у Олега Сенцова и Александра Кольченко в приговоре признал суд. Это, к слову, стало формальным основанием, чтобы не назначать дополнительного наказания. Что касается самой передачи заложников Украине, есть соответствующий межгосударственный договор между Киевом и Москвой. На деле же это означает, что сразу после пересечения границы все эти люди могут получить свободу. По словам адвокатов, такое ходатайство они подали еще в феврале 2016-го. Его принял украинский Минюст. Тогда же запрос направили в Москву, и уже российский орган юстиции дал распоряжение Федеральной службе исполнения наказания подготовки все необходимые для этого документы. Впрочем, окончательную возможность передачи Киеву заложников еще должна утвердить местная Фемида. В Верховном суде уже сообщили, в течение ближайших двух месяцев готовы это сделать. Поскольку в заявлении они не излагали свое намерение присутствовать при рассмотрении в судебном заседании, если они это волеизъявление заявят, то с их участием может быть рассмотрено. Но юридически может быть рассмотрено и без их участия. Олега Сенцова, Александра Кольченко уже этапировали режиссера в Якутию, активиста в Челябинскую область. Сейчас он находится в городе Копейске на территории исправительной колонии номер 6. Но если примут политическое решение узников обменять, доставить их до границы с Украиной, проблемой не будет. Данил, а Надя Савченко, какие есть новости? Вот по этой же процедуре, по этому же механизму могут ли ее освободить?
Эта ситуация выглядит гораздо драматичнее. В течение всей недели появились разные сообщения, мол, вопрос Надежды Савченко чуть ли уже не решен. Однако адвокаты просят не форсировать ситуацию и не создавать слухов. Сейчас Надежда по-прежнему находится в новочеркасском СИЗО. Ее не спешат этапировать. Летчица объявила сухую голодовку. И, по словам защитников, уже есть серьезные медицинские основания для опасений за ее жизнь. Организм сильно обезвожен. У нее сухая кожа, белеет слизистая оболочка и язык. Дабы пресечь спекуляции, Надя отказалась принимать душ. Даже к умывальнику старается не подходить близко. Этапирование в колонию при таких показателях означало бы возможные крайне неприятные последствия для тюремщиков. Сейчас, видимо, просто есть некая растерянность на низовом уровне. Политическое решение о том, что ее в ближайшие дни могут вывести Украину, освободить, еще не доведено до низа, даже если оно принято. А мы надеемся, что оно принято. И руководство СИЗО, люди, которые непосредственно отвечают за ее жизнь, очень нервничают. Это ощутимо, это заметно. В какой именно форме может произойти обмен Надежды Савченко и когда, пожалуй, самый насущный вопрос. Сроки принятия такого решения пока тоже не ясны. Но главное, понятно, что Надежда Савченко скоро должна оказаться на свободе. Дима. Ну, нам всем на это очень хочется надеяться. Коллега, спасибо. Данил Русаков был с нами на связи из Москвы. Скандал недели. Скандал, который косвенно связывают с Надей Савченко, хотя бы потому, что, по иронии судьбы, благодаря закону имени ее имени на свободу досрочно выходят многие преступники. День в СИЗО теперь считается за два в тюрьме, и депутаты коллеги Савченко, когда голосовали за этот закон, ну, просто забыли сделать важную оговорку, что он не должен распространяться на тех, кто совершил тяжкие преступления. Например, скандальный судья Колядник Зварич, вот он уже на свободе. Еще на этой неделе вышел и бывший нардеп Виктор Лозинский, помните? Осудили его за убийство. Наш корреспондент Елена Механик пыталась выяснить, а где же сейчас Лозинский? Виктор Лозинский из колонии вышел 6 апреля, в аккурат в свой день рождения. На улице было темно, примерно вот как сейчас. Он сел в единственную встречавшую его машину и быстро уехал. В Бориспольской исправительной колонии номер 19 теперь уже о бывшем заключенном Лозинском либо хорошо, либо никак. К нему никогда претензий не было. Всегда был вежлив, корректен. Экс-нардеп безупречно шлифовал кухонные досточки. За прилежный труд у Лозинского были тюремные привилегии. Вместо камеры спальня, вместо нар – кровать. Вот, собственно, как раз вы снимаете его спальное место. Вот его, что ребёночка принесли, показать. Пальмы, море и песок на стене в местной столовой, конечно, не курорт, но и далеко не строгий режим. А вы Лозинского знали? Ну, я не общаюсь. А почему не общались? На работу. День его рождения совпал с днем его выхода отсюда. Это случайность? Суд назначил на этот день. Ну, совпало так совпало. Из 10 положенных лет Лозинский отсидел только 6. Это позволил закон так называемый Савченко, который день в СИЗО засчитал за 2 дня колонии и, соответственно, конец срока приблизился. И вот наступила определенная льгота на применение досрочного освобождения. Если бы не было этого закона, то у господина Лозинского только в конце этого года наступило бы такое право. Странное совпадение. Лозинский досрочно освободился в свои 53. Столько было и убитому им Валерию Олейнику. Это было 7 лет назад в Кировоградской области в Голованевском районе. Здесь Лозинского называли хозяином района. Вместе с друзьями по пути на охоту он устроил сафари на человека с ножом. Мужчину загоняли прямо в поле, как дичь. Давили машиной и подстрелили из ружья. Даже спустя годы отсидки Лозинский так и не признал своей вины. На мое переконание, я сделал абсолютно верно. Он как был циничным барином перед тем, как его посадили. На самом деле он таким и вышел. Он как раньше решал судьбы людей, так и сейчас он их будет решать. Как раньше он финансово эти все вопросы закрывал. Я думаю, и сейчас так произошло. В апелляционном суде Лозинский доказывал, честно заработал право с вещами на выход. После вердикта об условно-досрочном освобождении Лозинский исчезает и с экрана плазмы, и вообще с поля зрения. Отправляемся искать его по разным адресам. В этой элитной столичной многоэтажке у Лозинских было несколько квартир. Да, на 22 этаже. А сколько их там? Много. Штук 7 где-то.
А здесь вы не видели последние несколько дней? Нет, я не видел его. Нет, не видел. А кто сейчас в тех квартирах? Нет, тоже не могу сказать. По документам это владелец Лозинская. Поднимаемся на 22 этаж. Ну, похоже, что тут весь этаж выкуплен, и поэтому тут стоит одна единственная дверь, через которую пройти мы не можем. По совету жильцов спускаемся и в самый низ, в подземный автопаркинг. Возможно, тут удастся что-то прояснить. Ищем знакомую фамилию в платежках за парковку. Тут вообще на букву «Л» одной фамилии нет. 5 таких автопаркингов жена Лозинского пыталась спасти от конфискации, но генпрокуратура ей помешала. А вот дом в пригороде Киева у семейства якобы остался. Едем в село Хотев. От столицы до него всего несколько километров. Здесь Лозинского в эти дни тоже никто из местных не видел. В доме, который зарегистрирован на его жену, по словам соседей, уже давно никого не было. Отправляемся в Голованевск, в Кировоградскую область. Здесь, куда ни глянь, Лозинский ко всему руку приложил. Комусь має, що треба Лозинський. Ну, у нас люди привикли, щоб був пан, от, щоб панові поклонятися. А він буде рішати, кому що як. Про казніть кого милувати. В родовом помісті Лозинських ні душі, двор пустой, окна наглухо закриті. По слухам, своє возвращення Лозинський уже скромно отметив в тесному кругу в лісному домікі. Но в самому Голованівську, говорять місцеві, бувшого депутата не зустрічали. Не було його і в сусідній Грушці, откуда родом убитий олейник. Селяне в курсе последних событий. Видели по телевизору и сам суд, и группу, которая приехала поддержать Лозинского в Киев. Наняті ті люди приїхали у Київ за 250 кілометрів із тими плакатами. А бандит має деньги, та й розплачується з ними, та й все. Абсолютно пустым стоит и дом матери убитого Валерия Олейника. На деньги, по словам соседей, привезенные сразу после похорон людьми Лозинского на больших машинах, справила новый забор и умерла год назад в полной нищете. Соседка доглядала и похоронила, и все так и так. В генпрокуратуре пообещали, скандальное дело Лозинского так не оставят. На сегодняшний день мы схиляемся до того, что все ж таки касацию мы однозначно подавать будем, бо мы не можем погодиться с решением апелляционного суда про звільнення Лозинского. Где сейчас находится Лозинский, в ГПУ не знают. По закону теперь он может ехать куда угодно, даже за границу. Елена Механик, Елена Брынза, Сергей Коваль, Вячеслав Фролов. Подробности недели, телеканал Интер. Вот такими и серьезными, и смешными, и вот как сейчас грустными были подробности этой недели. Такова жизнь. Встретимся в этой студии через неделю и уже надеюсь, что сможем поговорить о новом премьере и о новом правительстве. По крайней мере, все об этом свидетельствует. Спасибо, что смотрели. До встречи через неделю. Счастливо.